Большой привет всем любителям футбола. Город Мозырь, Беларусьбанк, высшая лига чемпионата Беларуси по футболу. Местная Мозырь, пара игру. Ну и, наверное, давайте перейдем к составам играющих команд. Сразу же вот так вот ворвемся в эфир. Сразу представим футболистов. 21-й Максим Бардачев, 23-й номер Валерий Громыко, 26-й Неманья Милич, 32-й номер Яков Филиппович, капитан команды, и 40-й постоянным. Также интерес вызывает тот факт, что для мозырской дружины это первый официальный матч в сезоне, в то время как для борисовского футбольного клуба это уже четвертая игра в начавшемся сезоне. Знаете, кто Филиппович, либо же Вильямсон пробьет по мячу. Свисток. И Вильямсон все-таки пробивает удар. И стенка. Кто-то из стеночки выпрыгнул, задел. Чувствуют они свою игру и, конечно, позицию Малькевича, который играет выше обычного. Просто сейчас... просто Милича, пока выход 1-1, будет удар. И нет, спасает, похоже, что Сокол. Ворота, да, вот это моментище. И второй раз спас, да, да, очень двойной здорово. Сейф от Сокол, ну хорош. Дважды голевым, да, смотрим мы за повтором здесь. Последовал удар, да, не прошел тот пас. Позиционные атаки не очень хорошо получаются у Мазыряна. Вот смотрим за контрнаступлением борисовского Бате. И здесь ошибка. Ошибается очень сильно. Удар и 1-0. Забивают борисовчане. Ну вот как-то совсем в этом эпизоде защита мозырская сплоховала. Да, давай говорить да, прямо. В первую очередь Георгий Бугулов здесь. Красной, ну и тут, конечно, да, воспользовался. А, нет, тут не ошибка, он классно убрал на ложном Ясина замахе. Убрал, ух ты! Да. Это было здорово. И в ближний угол. Ну, как считаешь, тут Данила Сокол должен был справляться с этим ударом, или же все-таки, ну, тут, согласись, тут 3 метра позиция за ворот. Да, расстрел, тут куда ни глянь, везде можно отправлять мяч, и все-таки успел даже задеть Данила мяч после удара, но не сумел остановить. Смотрим еще раз повтор, да. Контратаки, которые были пока, были, откровенно говоря, не опасными. Еще выход 1-1! Ух ты, но не пробил. Еще один удар, и тут спасает уже Данила Сокол свою команду. Вторым темпом, поворотом пробивал Владислав Малькевич. Но будем наблюдать за угловым, очередной угловой. Да, вот мы смотрим концовку лишь этого эпизода. Пока же отправился на угол поля. Корпусом мяч Милич, отдает передачу Филипповичу. Ну как же так? Сколько футболистов остается совершенно в одиночестве в штрафной славе? И удар издали! Ух ты! Мощный выстрел от Бочарова, но мяч свистит выше перекладины. Савчан, надеюсь, что ключевое слово здесь пока. И увидим, и все-таки... Это Потороча. Потороча, конечно же, навес! И справляется борисовчане с этим навалом от... местных футболистов. Снова Потороча. Потороча. Еще один навес. Ух ты! Здорово цеплял мяч головой в этом эпизоде. По-моему, Кобец снова был на стреле. Нет, возвращается назад. Все-таки полумомент. Смотрим повтор. Да, зацепил затылком мяч. Но штрафной. Только лишь три футболиста не находятся в этом прямоугольнике. Удар поворотом прямой. И справляется Данила Сокол с этим ударом, ну, не знаю, честно говоря, насколько он был опасный. Казалось, да, что мяч не очень-то сильный для того, чтобы подать снова угловой. Да, здесь и поэтому здесь двух мнений быть не может. Пенальти здесь не было. Ух, выстрел в дальний. Какой удар. Слушай, да, ну, да, бы он летел, да в никуда. Многим защитникам Борисова. Но да ладно. Продолжается атака мозырской команды. Владеет мячом. Футболисты Славии, нет, теряют контроль, и уже вперед несутся борисовчане, пробрасывают то ли себе на ход, то ли дают передачу на Малькевича в этом эпизоде. Бочаров, контр-ответ от Мазыряна, и запутался, видимо, в ногах Кобец, удар, и отвасный момент от Мозыря. Смотрите, Кобец здесь и сам вроде бы запутался в мяче, и Нечаев тоже потерял его из-под контроля. Ну, в общем-то, удар случился, но... не точно получилось. Смотрим, мы вот с этой камеры тут прекрасно видно, да, куда мяч улетел. Ну, в втором тайме совершенно другую команду, потому что пока, да, полумомент. Это хорошо. Филиппович! Ух ты! Хороший удар в одно касание, но там мяч в защиту попадает. Еще один выстрел от Милича, но это мимо ворот. Было, наверное, уже видно, да, в момент удара, что далековато. Посмотрим повтор. Вот сейчас. Классно. Кто-то Громыко, да, по-моему, давал эту передачу. Ага, Есин. Все правильно, кто-то выбивал мяч Есин и... Вновь ошибся. Здорово подставил корпус Шестиловский, да, так показательно убрал руки за спину, чтобы никаких вопросов к нему не возникало. И да, действительно, ловца, ловец. Ловец, казалось, да, что нужно отдавать на Потороч, тот подаст, сам ловец подает, неплохая подача. Ошибка на выходе, Барсуков промахивается по мячу, ну, киксанул, скажем так, снова мяч у Барсукова. Под удар Есину, Есин! И... сейв, это... похоже, что это сейф Андрея Кудровца.
Так, ну, показалось мне, что все-таки голкипер отбил этот мяч или же мимо. Скорее, Амыка 23-й, Неманья Милич 26-й, Яков Филиппович 32-й, Владислав Малькевич 44-й, главный тренер Александр Михайлов. Ну и, конечно, состав хозяев. В воротах Данила Сокол, номер 16, 4 номер Семен Шестиловский, 8 капитан команды. Перевод направо, вот как раз-таки перевод на Бессмертного. Тот здорово обрабатывает мяч. Вильямсон право делает забегание. Вильямсон на Вестров. Ну и первый на мяче Сокол. В принципе-то, опять же, банальная вещь. Никого там рядом с ним не было. Он был первый и единственный. Но взятием ворот единожды закончились атаки Борисовской дружины. Заброс, Бессмертный, нет положения вне игры. Выход 1-1, удары 2-0. 2-0 становится счет. Ну и, наверное, все-таки это снова ошибка центральных защитников. Сейчас будем смотреть повтор, будем разбираться. И это, ну, мы видим концовку эпизода. Да, здесь здорово. В дальний от голкипера угол мяч Бессмертный послал. Но вот хотелось бы посмотреть зародыш атаки, скажем так, с чего все начиналось. Как мне кажется, все-таки не доработали тут защитники. Да, к Соколу однозначно нет вопросов. Он сделал несколько шагов вперед, чтобы сократить потенциальные углы обстрела. То есть своими вратарскими задачами он вроде бы... На поле Игорь Тыманюк, это защитник номинальный. Посмотрим, какое место на поле он будет занимать. Еще один удар. Рикошет и ух ты. Успевает там коснуться мяча Сокол или же нет, но неприятный рикошет. В любом случае будет угловой. И вот, наверное, мы с тобой тот момент обсуждали. Именно это, что быстро звучит свисток. Бочаров. Навес штрафную. Удар головой. И браво! Нет, мяч все-таки в воротах оказывается. Нет, положение вне игры, но... Вовремя я закричал «Браво!», Сокол был хорош, справился с атакой первым темпом уже. Ну, наверное, все-таки по этому матчу больше действует он как острие. Да, на острие атаки. Но, в принципе, да, по такой игре непонятно, кто там на острие, потому что по большей степени ворот Сокола. Видели очень горячую концовку у ворот Андрея Кудровца. Сейчас пока ничего подобного мы не наблюдаем. Ну, кроме взятия ворот, естественно. Да, возникали еще некие полумоменты и снова... Вот Драгун, ух ты, Драгун в перекладину, добивание в одно, ух ты, какой классный момент, ну тут уже Малькевич так вроде бы дотягивался до мяча, но как же, заметил он, что Сокол далековато вышел из ворот и открыт полностью правый угол, классный. Классно. Самое главное, что Потарочи получает мяч. И положение вне игры. Еще один прострел. И можно пробивать. Кобец. И становится на пути мяча Яков Филиппович. И очередной угловой. По-моему, это первый подобный стандарт. И желательно поскорее. В первом туре пока же пошел на вес. На дальнюю штангу. Удар! И штанга. Похоже, штанга спасает ворота Андрея Кудровца. Вот это момент. Но... И смотрим момент. Нет, это не штанга. Это не штанга, это сейв Кудровца. На повторе это прекрасно видно. Смотрим мы заброс на дальнюю, удар и Кудровец. Кудровец в этом эпизоде. Бковато приходится ему возвращаться. Вытеснили его защитники Борисова в своей половине. Заброс и Милич. Нет положения вне игры. Милич по правому флангу будет бить. Удар в ближний. И еще один момент. И как же там не дорабатывают еще. Будет добивание, удары. Это сейв Сокола. Сколько там сейвов подряд в исполнении Данилы. Ну как же так? Баллисты не разобрались. Ну вот мы видим Милич. Продвигается к воротам, бьет. Здорово играет Сокол и лежа, да? Никто, похоже, не верил в то, что Милич сможет еще один удар нанести, дать передачу. И вот это тут, конечно, хорош сейв. Прям, ну, пусть по позиции Сокол, но все-таки под перекладину мяч летел. И хорош был в этом эпизоде Данила. Очередной стандарт. Подача с углового. То есть получается куда опаснее. И снова вверх остается за борисовчанами. Удар вторым темпом. Ух, Ольшаник. Вот только ты о нем сказал, да. Ольшаник пробивает. Но вот в этот раз ногой сыграть у него получилось немножечко похуже, чем футболиста Борисовской дружины. Находится рядом с голкипером. Но нет, все-таки решает выбить мяч подальше Кудровец. И Ромес. Ромес дает передачу на Жердева. Жердев, ух ты. Ну, не знаю, по-моему, там Кудровец не так уж и далеко от линии ворот находился, да, чтобы попытаться его перебросить, либо же это была попытка... Да, ну, конечно, в те моменты, когда Батэ владеет, а владеет он подолгу, ощущение, будто бы он владеет постоянно. Вот здесь отличный момент может возникнуть, и едва ли в свои, как будто бы защитник Слави мог зарядить, но мяч он вынес, и угловой удар. Пробить с такого довольно острого угла, да, и...
Бугулов снова заброс. Ну, такое, эти действия напоминают такой финальный рывок, финальный навал. Ну, в принципе, на то и похоже. Остается играть 6 минут. Потороча направо. Удар издали! Ух ты! И кто будет первым на пивании? Нет, все-таки Кудровец успевает на мяч. Классный удар в исполнении Дросса. И едва-едва там крупным ударом. И быстро успел подняться и накрыть мяч со вторым. Да, эпизод доиграл, хотя это было достаточно опасно. Делают уже верховые забросы. Вот сейчас момент будет доигран. Удар! Ух ты! Вот это моментище! Классный удар. И кто там, по-моему, Ловец, да? Вот по этому матчу можно сказать, что Славия Мозырь — команда последних 15 минут каждого тайма, да? Согласитесь, в первой 45 минутке и во второй последние 10-15 минут очень здорово против Славии. Ошибка! И Милич убегает вперед. Есть справа от него партнер. Падает Бугулов, но Милич все-таки пробивает поворотом и забивает третий мяч. 3-0 становится счет. Как там не пытались Милича остановить, кто там был в этом эпизоде, если не ошибаюсь, Шестиловский, Бугулов. По-моему. И Бугулов все-таки, да? Бугулов. Сначала пытался, да, за майку прихватить, этот эпизод закончился. Ну, скорее всего, это бы могло закончиться красной карточкой, а тут мы смотрим, как здорово. Милич тоже, казалось бы, да, там не на силу пробивал, не сказать, что слишком технично, но попадает мяч в сетку. Давайте посмотрим еще раз. Милич так подковырнул мяч, и как где-то между рукой и ногой у Сокола он проскочил. 3-0 становится счет, и... Видимо, да, что и успел упасть тут Бугулов. Но мозырская дружина в активы этот матч себе занести не может. Выглядели они, ну, скажем так, менее предпочтительнее, чем Батэ. Да, однозначно. И, в принципе, по персоналиям со знаком плюс, наверное, и выделить-то некого. Ну и все. Прозвучал финальный свисток. Заканчивается очередной матч первого тура высшей лиги чемпионата Беларуси. Фиксируем мы счет.